Протягиваем выпуск. Объемы добычи белорусской нафты у 2017 года повинны повеличиться на 5000 тонн. Такая информация была огучена сегодня под час наведывания журналистами нового нафтового родовища. Новое родовище, которое отримало назву Вугальское, находится в Речицком районе, каля агрогородка Бабичи. Сейсморазведывальные работы, которые проводились тут у 2014 году, подтвердили наявность великих запасов сыровины. Зараз яны оцениваются у 1 700 000 тонн. Глубина сведровины 5218 метров. Зараз суточная здобыча складая 40 тонн, причем якость нафты оценивается как высокая. Больше докладно оценка запасов нового родовища будет сделана в этом году под час бурения еще одной сведровины. Разведка месторождения позволит оценить его добычные возможности, подсчетные параметры и определиться с извлекаемыми запасами. Это планы 2017 года. Объект интересен тем, что находится рядом с действующими промыслами, поэтому ввод его в эксплуатацию будет достаточно быстр и эффективен. Нефть легкая, хорошо пахнет. На мой взгляд, можно заправлять в автомобиль. Сложностью является это большие глубины.